Моторола, привет. Да, привет. Слушай, тут сказали, короче, открыли мне тайну, что ты меня, кажется, ты меня расстрелял в аэропорту. Как же так-то, мотор? Ну так получилось, Как так знаешь. получилось, что ты в зоне моей видимости смог оббежать половину аэропорта, схватить автомат, расстрелять, вернуться обратно и сказать: Глеб, как так? Я думаю, что представители ВСУ, они тебе должны рассказать страшную тайну, что на самом деле я новейшая разработка вооруженных сил Российской Федерации, биоробот. И то бишь я не один такой, а нас там целая куча. Вас клонировали. Ну тогда все понятно. Ну вот и весь ответ. Ну спасибо тебе большое, мотор. Все, за то, что я тебе возил броники, за все получил, понятно. В общем, ладно, все это шутка, все это бред. Но мы будем надеяться, мы хоть как-то ответили на нападки со стороны украинских СМИ. Украинские СМИ — это вообще болото. Лживое болото.